Добрый день, дорогие мои зрители! Покажу я вам сегодня столько крейзи агатов, честно вам скажу, количество, которое сама никогда в жизни столько не видела. Вот порадовал нас мастер Роман. Итак, поехали. Это уж мы вот все по ссылочку смотрим, вот никак не налюбуемся. Поехали! Крейзи. Так, это у нас будет первый ряд, чтобы мне тоже ориентироваться. 18 размер. Вот такая красота стоит 2000 рублей. Еще крейзи. Смотрим. 1900 рублей. Обратная сторона, размер 17,5. Смотрим. Вот так. Так, подождите, по-моему, не туда глянула. 1800 рублей. Вот это конкретно колечко стоит. 1800 рублей. Простите, пожалуйста. Так, еще крейзи. И еще 2000. Вот так, обратная сторона, размер, ну, почти 19. Я уж была решила, что мастер нас хочет удивить маленькими размерами. 2000, 19 почти размер. Еще крейзи. Хочу показать вам их высоту. Вот так, обратная сторона, размер 18,5. Посмотрите, какие богатые кольца. Вот камень чем выше, тем богаче он смотрится. 2000. Еще кольцо. И еще красота. Смотрим. Так, лампа у меня отсвечивает. Ну, или мы со светом, или мы вообще ничего не увидим. Так, 19 размер. 2000 рублей. Еще крейзи. Смотрите. Вообще камни фантастические. Смотрите, какой высоты. Ну, мастер Роман, вы знаете, вот 18,2 размер. Он, конечно, не скупиться на толщину, на высоту, на размер. Вот возьмешь так вот из космоса, как раз видно будет. Так, 2000 еще, и размер у нас 19. Вот так. И еще 2000, смотрите. Вот так. Размер у нас 19,5. О, наши люди. Вот так. 2000 рублей. И еще, смотрите, смотрите, какие камни. Так, размер. Размер 19. Значит, их можно и увеличить, и уменьшить. Ну, может быть, на размер 19,5, может, 18,5. Вот так. В этих пределах. И еще крейзи. 2000. Смотрите. Обратная сторона. Размер 19. Вот так. Далее, так, этот показала. Поехали. 2100 рублей. Раз. Смотрим. Это крейзи. Значит, размерчик у нас тоже, так, чтобы из космоса. 8 сантиметров длина с бейлом.
Это крейзи раз. Крейзи два. 200. Черненый ободок. Косичка. 6 сантиметров. Смотрите толщину камня. 200. Еще 200. Смотрите. Вот так. Величина с бейлом вместе 7,3 сантиметра. Вот так вот все очень неслабо у нас сегодня происходит. И еще крейзи. Смотрим. Вот так. 2000 рублей. И еще крейзи. Обратная сторона. Вот такая толщина. Размер 6,5 сантиметров. 2000 рублей. Ну и последний наш фантастический кулон. Они у меня в кадр не влезают. Вот. Смотрите толщину камня. Обратная сторона. Черненая косичка. Значит, это все не зельбер. Не зельбер. 7,5 сантиметра. Вот такая красота у нас сегодня с крейзи. Дальше. Кольцо красная яшма. Урал. Обратная сторона. Очень редкая. 17 размера. Так. 1100 рублей. Серьги. Красная яшма. Смотрим. Серьги такие стоят 2000 рублей. Комплект, видите, получается 3100. Так, яшма океаническая. Очень редкая вещь. Смотрите, это комплект, размер кольца 18, вот так на ручке покажу вам сейчас. Очень редкая вещь, яшма океаническая. Комплект стоит 4950 рублей. Повторяю, это не зельбер, смотрите, пожалуйста. Вот такая толщина. И серьги. Очень своеобразный камень. Яшма океаническая. Так, не видела ни разу. Пока смотрю сама и показываю вам. Так, ну здесь надо включать спец. Заренит серьги. Не видела никогда. Вот такая красота. Стоимость их 2600 рублей. Значит, серьги не тяжелые. Серьги на подложечке. Так, сейчас убираю нашу спец, так сказать. Так, значит, длина сережек 4 и 3 сантиметра. Вот для кого это важно. Вот таким образом. Так, все сказала. Дальше. Два кольца у меня есть агаты. Вот вчера я показывала агат серьги. Так тоже, видимо, придется спецэффект. Смотрите. Вот такой толщины камень. И вот такая красота. Вот так. Так, 18 размер. Стоимость такого камешка 1600 рублей. Простите, колечко все-таки. Это все-таки колечко. Еще агат. Ну, этот, наверное, видно и так. И все равно вот хочется его чуть светлее показать. Вот чтобы натуральную все-таки, натуральные краски показать. Вот так. Те же 1600, 19,5 размер. Кто вчера серьги приобретал, вот четко
в цвет сережек. Я их, ну простите, в таком завале. Я их просто, ну скажем, не увидела. 1600 рублей. Ну и колечки у нас будут с гелиотропом. Тоже включаю. Вот такая у нас сегодня будет экспозиция. Смотрите, колечко поперечное. Очень интересный минерал. 19 размер. Гелиотроп. И вот так это все фантастически. Очень редкий. Так, стоимость 1600 рублей. Еще гелиотроп. Смотрим. Вот такая высота. Вот вы знаете, чтобы показать вам рисунок на темном камне, вот все-таки нужно применять, скажем, вот такие спецэффекты на камере. 18 размер, 1600 рублей. Так, еще гелиотроп. Смотрите. Вот так. Высокий. Обратная сторона. Размер 18,5. 1600 рублей. Еще один. Смотрите, какой интересный. Тоже такой цветочный у нас получился орнамент. Смотрите, какая интересная форма. Так, размер у нас почти 19. Вот так, 1600 рублей. Ну и последний камешек в нашей сегодняшней экспозиции. Смотрим. Гелиотроп. Вот так. И тут пятнышки красненькие, и там красненькие. Видите, по темно-зеленому фону. Вот такие красненькие пятнышки. 18,5 размер. Смотрите. Вот так. Все-таки. Вот он. На этом все. Не смею вас дольше задерживать у экранов ваших мониторов. Всего вам самого-самого доброго. С вами была Татьяна.